несколько слов про бизнес-план Джек Хайкер. Людей, которые хотят открыть свой бизнес под брендом Джек Хайкер и продавать наши рюкзаки, хотел бы сориентировать то, что мы ориентируемся на трафик, на то, что в конкретном городе будет посещаемость торговой точки такая, чтобы продавать хотя бы 3 рюкзака в день. Сейчас ситуация на 2015 год, на весну такая, что в ритейле крайне низкая аренда, и этим надо пользоваться. Порядка 30 тысяч рублей, если будет составлять аренда, и зарплатный фонд порядка 50-60 тысяч рублей, то в состоянии человек, работая с рюкзаками Джек Хайкер, зарабатывать от 30 тысяч рублей с торговой точки. Если оборот будет ориентироваться на 3 продажи в день со средним чеком в 3 тысячи рублей, то при определенных усилиях оборот в месяц достаточно, чтобы был 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей дает маржу 150 тысяч рублей, так как наценка у нас 100%. И после этого можно отнимать все расходы. Аренда 30 и еще 50 порядка зарплатный фонд. Отнимаем, и в итоге все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть, налоги, обязательно платить налоги, вот, мы получим порядка... Наша расчетная история, что с 300 тысяч рублей 30 тысяч рублей можно будет зарабатывать чистыми на рюкзаках Джек Хайкер. При этом нужно соблюдать определенную технологию подхода к бизнесу. Торговая точка должна находиться в проходном месте, и продавец должен всегда стоять и улыбаться. Он должен стоять и улыбаться и всегда делать такое движение. Держать рюкзак в руках и, судя по глазам покупателя, предлагать ему потрогать его и сразу же рассказывать о преимуществах. Таким образом, можно достичь 3 продаж в день. И это будет приносить с одной торговой точки на любой город от 100 тысяч населения нашей страны порядка 30 тысяч рублей дохода с одной торговой точки. Дальше все масштабируется, исходя из трафика, исходя из среднего чека. Я назвал сейчас самый пессимистичный вариант, самый приземленный, тот, который мы проверили на себе. Спасибо большое. Присоединяйтесь.